Несколько систем безопасности, внушительный забор с шипами, вход только для сотрудников. Ну, конечно же, внутри делают деньги. Забавно, но основой для будущих хрустящих купюр евро служит вот такая масса. Это хлопковые волокна, которые отбеливаются под давлением в горячей воде. Именно они и придают купюрам хрусткость. К тому же хлопковая бумага дольше выдерживает грубое обращение. Уже на этапе ее изготовления добавляются первые элементы защиты – специальная нить и водяной знак. Его получают, изменяя толщину бумаги. Но основная движуха происходит в печатном цеху. Здесь банкноты проходят несколько этапов, и первый – офсетная печать с обеих сторон одновременно. Затем наносится номинал купюры особой краской со специальными пигментами, которые заставят его переливаться от зеленого к синему цвету. На этапе глубокой печати на евро появятся все оставшиеся рисунки, элементы защиты, включая рельефность. Останется только присвоить каждой банкноте уникальный номер, проверить партию на качество и нарезать листы на красивые стопки.